Ой, всем привет, мои хорошие, всем здрасте, вы на канале Пиратская Жизнь. С вами Гина и Вова. Ну, Вован тут уже, как говорится, подергал все. У нас красоты нет. Держи тарелочку. Давай, раз тут уже держу. И я так красиво держу. Все. Приятного тебе аппетита. Вот, блин, пока тут туда-сюда опять продолжаю у меня геморрой с этими документами и прочее. Сейчас пока тоже решала вопросы. Но ничего, все вроде, все, все. Надеюсь, все хорошо. Тоже Вован нервничает. Он, кстати, что-то в последнее время разболелся. Теперь он чихает, кашляет. В общем, я теперь... Ты меня заразила. Да, еще и в нос говорит. Ничего подобного. Так вот спишь вообще голый, можно сказать. Кстати, там кровать-то мокрая у тебя была или как? Сейчас, когда застелла-то. У тебя мокрая. Нет, я в том плане, что это... Может, надо было дать просохнуть? У тебя мокрая, потому что ты водяной. Он очень сильно потеет. Кстати, правильно писали, что ты потеешь, потому что у тебя сахарный диабет. У тебя процессы-то нарушены в организме. Я вот так, знаете, нет, у меня нормально все. Не, ну иногда тоже голова, знаете, потеет. Тоже вот сегодня, не сегодня, а вчера еще, пока еще не отключили отопление, тоже проснулась, у меня вся подушка мокрая. Хорошо, что купили, знаете, вот для подушек такие специальные чехлы. Очень удобно. Подушки не портятся, все хорошо. Блин, опять кусаю губу. Сегодня у меня плохой прикус, постоянно прикусываю губу. Так, напомню, мне сегодня салфет купить. Я уже смотрю на них, я понимаю, что он купить. Понял? Кто тебе мешает? Кто мне мешает? Ты мешаешь? Сколько, в принципе, согрелся? Такая холодненькая. Такая же все равно прохладно. В смысле, не прохладно, а жарко. Я уже путаю. Я уже путаю понятия. У меня такое периодически бывает. Знаете, очень сильно торопишься. Пытаешься что-то там сделать или сказать. В голове прям шумугом. Че, как тебе сыр? Кстати, прикольно. Он по вкусу совершенно другой. Не как тот. Булочка. Это по-другому. И, по-моему, повкуснее даже. Начинки тут прям... Да, начинки прям капец. Не обожаются, да? Это, знаешь, покупаешь слойку там с джемом. И ищешь там джем. Вот такой. Потом ешь ее и ищешь джем, да? На ей ты рассчитан. Не, ну галочка стоит, что с джемом, все. Джем был, был. А сколько его было, это уже не важно. Опять прикусила. У меня прикус не очень правильный. Но вкусно. То, что делал все скобки. Я видела, девушка одна взяла все скобки, а ей уже тоже за 30 там, прилично. Некоторые после 40 делают. Представляете, носить 2 года. Я думаю, есть ли смысл? Конечно, лучше это делать в детстве. Но у меня так периодически бывает, просто когда я тороплюсь, что-то жую. Да. Что, вкусное? Вкусное. Хочешь? Угощайся. Вчера он начитался моей этой книжки по болезни. Всю мою карточку перерыл. Каждую страничку прочитал. Сидел у меня звук. А ты вот это, а ты вот, а ты знала? А у тебя? А вот это? Что у меня там криминального было? Рассказывай.
Только то, что не за столом. Такого потом нет. Нашел компромат на меня, и все, теперь меня тебя шантажируют. У меня это было в детстве, а у тебя это было в сознательном возрасте. И будем говорить, что. У всех. У кого дома есть кошки и собаки. Слушай, вот я стараюсь как-то завуалировать. А ты вот прям в лоб. Окей. У меня-то в детстве было, а у него в сознательном возрасте. Я тебе говорю, это у всех. Ну и все, тогда не концентрируй. Все, блин, хватит. Компроматы тут разносят. То есть я про твои болячки начну рассказывать. Фу. Я попугайчик был. Кто у тебя был, а? Так он, кстати, не нашел. Запись то, что я болел, курю, не болел. Там вообще там и про ветрянку ничего не было, да? Я там вообще что-то болел таким? Манту. Манту на что? У меня, кстати, манту всегда, знаете, в детстве вот такая херня была. Не знаю, у меня, в общем, всегда реакция была такая плохая. Да, вот это написано. 7 миллиметров, 8. Ну, это прилично. Если больше сантиметра. А у меня исчезала. У меня всегда плохая была реакция. Кстати, не знаю, что это означает. Ну, что меня не чесало, не мочило. Даже помнишь это? Когда мы делали это от ковида, это прививку. Тоже у меня руку-то разнесло. На ух, вся рука была. А у меня нет. Вот тебе иди от кожи делай. А если я болела? Плечо. А если я болела? А там найдут карчик. Что значит там найдут? Когда я была маленькой, там не было этих электронных цифровых. Ты с карточкой иди. Сам говоришь, там неполная информация. Остальная часть там, там? Нет. Я не знаю вообще-то. Ты там карточку-то брала хотя бы? Я не помню. У меня эта карточка была. Что-то мама что-то её забирала. Байден официально объявил, что будет выдвигаться на выборы президента США. Угу. Здесь и не сдохнет. Если доживет. Ну да. Супер президент. Еще, знаете, вот смотришь на некоторых, знаете, первых лиц государства. Понимаешь, что как они здраво, трезво уме и здраво память, люди вообще могли их выбрать. Непонятно. То ли наш. Уже в преклонном возрасте, но он на медведе скачет до сих пор. Тот же самый Ким Чен Ир и прочее. Си Цзиньпин тоже. Ну, Ким Чен Ир тоже там такой хайпанутый, скажем так. Си Цзиньпин тоже такой. Глава-глава. Живчик. Ну. Даже тот самый Трамп, если его выберут, но это тоже. Он больше шоумен, чем президент. Это сразу, знаете, вспоминается фильм. По-моему, «Идиократия» или как так называется. Старый уже такой фильм. 2000-х, по-моему, годов.
там про мужика, который попал в Америку будущего, там через 20 или через 30 лет. И вот как там все люди стали, знаете, ну, тупыми, просто тупыми. Вот, и что у них там какие-то базовые потребности, там что-то посмотреть, там какую-нибудь развлекательную передачу, пожрать, там нарожать кучу детей и прочее. Вот. Как он туда приехал, он стал самым умным. Там тоже, не помню, президент был. Тот, кто самый крутой по шоумену. Ну, в смысле, по шоу. Ну, у меня такое ощущение, что мы к этому всему и скатываемся. Что если кто больше пиара сделает, то ты папа. Вот так вот. Такие дела. На смену нашему я вот вижу Лаврова, либо Шойгу, либо Кадырова. Кто ж не тот? Кадыров. Кадыров, да. Ох! Да ты попробуй, что-нибудь тяхни в сторону. Был бы Жирик, Жирик или... Не, Жирик нет, он шоумен. Кто, Жирик? Да. Нет. Кем он там был? Военный атташе. Ну, он очень, знаешь, такой импульсивный. Ну. А здесь нужно больше хладнокровности. Да, да, да. Слушайте, не просто так. Комика выбрали. Ну да. Нам тоже надо выбрать. Кого? Да. Павла Воля. Или этого. Галыгина. Гарька Бурлова Харламова. Да. Действительно, знаете, сейчас все получается так, что президентами некоторых стран становятся не те, кто действительно предлагает какие-то решения проблем, а тот, кто больше пиарится, тот, про кого больше шума, скажем так. Да и даже про Америку говорят, что президенты меняются, а политика остается. Неважно, кто будет Байден, либо Трамп. Я думаю, политика будет та же самая. То, что там все решает Конгресс. Ага. И этот, как он? А, и президент это только, знаете, фирма. Президент так просто. Писал, иди отсюда. Как бы Трамп не хотел, я боюсь, он не сможет все поменять. Его посадят, а ты не воруй. Ну, да. Даже вот когда он стал президентом, тоже все ожидали, что сейчас вот прям пойдет. Вдруг, все дела. Вот. Все равно и санкции были против нас, и прочая херня. Сейчас по Первому каналу интересная передача идет. Куклы наследника Тути. Мне понравились некоторые передачи, которые были. Там этих обсуждают. Мировую политику. Помню, тогда про сына Байдена рассказывали.
Ну, это вообще капец. Что они там творили? И наркотики, и проституции, и всякие эти. И ведь нормально. Это все в порядке еще нет. А когда это, как он, Илон Маск там обнародовал все эти документы, все охренели. Правильно, Мифка, эмоциональные все это выкладывают. А с помощью, знаете, социальных сетей очень легко манипулировать сознанием граждан. Можно факты так стасовать, что недавно наткнулась на канал Киану Ривза. Я думаю, фига себе, Киану Ривз там снимается. Нет, там прям подписано. Официальный дипфейк канал Киану Ривза. Дипфейк — это когда создано лицо человека. Вот, и, соответственно, наложен на определенный образ. Опа. То есть это не Киану Ривз там прыгает и прочее. А его, скажем так, аватар. И очень так легко подставить сейчас любого человека. И голос там, знаете, копируют и прочее. А тут недавно концерт был в прошлом году. В чем? Этого. Адриан Челентан. У вас в Нижнем. Как а его двойник, сказал? двойник приезжал. Официальный. Да. Но это официальный двойник. А это даже не двойник. Это просто программа. Понимаешь? Ну что? То есть сейчас, понимаешь, даже человеческий ресурс он уже не важен. Ну он просто дрыгается как он, и не выглядит как он. А по сути, под фанеру поет. Это нет, я тебе говорю про то, что сейчас такие современные технологии, что не нужно использовать человека. То есть может любой человек играть. А программа, она сама состроит и мимику, и лицо, и черты. То есть для чего дошел прогресс? Труд физически исчез. Откуда это? Электроник. Что, ты не знаешь? Что, думаешь, я не знаю, что? Что уже вот до такого процесса дошло. Ну, хоть что ты помнишь с детства-то? Ой, господи. Хоть электроник помнишь. Ну, там вот ты читал, у меня вроде, по-моему, с памятью никаких проблем не было. Не знаю, что-то там много всяких. Да? Диагнозы? А вот твои я не читала, хотя с удовольствием бы почитала, что там у тебя. Прошел в поликлинику, там тебя тыщут. С желтым треугольничком карточку. У меня там прям такая вот Талмуд. Ну, у тебя Талмуд, а у меня маленькая. То есть у нас более болезненный-то. Ты с твоим Талмудом. У меня там все есть. Все прививочки. Все как надо. От всего. Слушай, ну, у меня мама была медик. Что, наверное, она меня прививала. Карточки не указано. Я доверяю ей. Там прививку делают в год и в 6 лет. Наверное, где-то есть. Уж, наверное, про современных технологиях не вдохнулись. До 13-го года и нифига ничего не сказано. Я вообще не люблю никак по врачам ходить. На детстве натаскали. Глазами, еще все. Как говорят. В взрослом возрасте эти болячки детские очень опасны. Понятно. В лучшем случае, как при гриппе у тебя будет состояние. А в худшем ты сдохнешь. А, блин, в худшем у тебя будет энцефалит, если кори не лечить. Крадуйся, от меня избавишься. Чё? Чё? Ну тяво. А видишь, чего пью? С лимоном. С натуральным. Кстати, с натуральным вкуснее даже. Да. Да. Офигеть. Мне больше как-то понравилось.
Вот с этим он все равно какой-то химический такой привкус. Попробуй. Ты просто много льешь. Там надо чуть прыснуть. Нет, реально вкус такой прикольный. Более мягкий такой. Ты вот сколько выдавишь сока вот из этого? Вот из этого? Да. Немного. Чайную ложечку максимум. Ну а я сколько лью-то? А ты льешь, блин, две, блин, ложки столовых. Тебе лимонный сок сейчас нужен. Витамин С. Он сегодня чихал всю, весь вечер. И кашлял. Кашлять начал. А я ему все хожу и говорю, давай копы в нос, давай копы в нос, давай. Как он меня заставлял. Давай-давай. Заразил меня редиск. Да. Ладно, ребятки, будем заканчивать. Пойду сейчас мыться и поедем на кладбище. Нужно там все подготовить, все сделать. Все, привести парилядок. Увидимся в следующий выпуск. Любим, целуем. Пока-пока.